Головкина. Да, это его 25-й бой. Бьет себя Головкин. Он еще не прицелился, пока... Воспитанное с детства. Он не будет давать спуску сопернику, что он настроен сверхрешительно. Победа нокаутом. Ну и вообще стиль очень агрессивный, конечно. Многие обозреватели, специалисты бокса, журналисты уже в США признали его суперзвездой. Геннадий есть все предпосылки для того, чтобы стать вот этим лучшим во всех весовых категориях. Очень хочется встретить, хочет встретиться со своим главным оппонентом Серхио Мартинесом. Второй бой подряд Геннадия Головкина ставит одним из главных в свою программу. Уже говорит о том, что телевидение его признало американцем. Ну что-то вот во втором раунде, да, Геннадий все делает правильно, но у него что-то получается. Не до конца в своем стиле, что ли, боксирует он сейчас. Он более жесткий в себе. В любителях он провел, был чемпионом мира в 2003 году. В финале, победив украинца, Олега Мыскина. Попал. А я вот предвкушаю, если он произойдет. Что его можно... положить на стиле ринга, и сейчас он будет пытаться это делать. Да, как кошка с мышкой. Вообще человек мира такой сейчас, вы знаете, Геннадий Головкин. Сам интерес к этому поединку уже обещал бы. Но вы смело выходили на этот бой WBO, чтобы выйти на бой против Сергея Головкина. Простите, Геннадия Головкина. И вот это... Неприятным эпизодом в его карьере, когда спина – это очень важно. Ого, попал. Одна треть поединка позади. Видит несколько другого. Да, преимущество есть. Для начала соперник очень-очень даже подходящий. Посмотрите, как пошел вперед Рассада. Сейчас Геннадию надо останавливать. Вот эти попытки соперника. О, Геннадий очень умный боксер, и как бы тактика поменялась. У Головкина тоже небольшое рассечение на Шабловке в качестве комментатора, да и не только на Шабловке. Вот попал наконец Геннадий. Похоже, началось. И кровь течет сильнее. Мужественный парень с характером. Пытается спастись в клинче сейчас Рассада. Вот, спугер дает все-таки. Слишком близко подходит Головкин. Да, откровенное избиение. Избиение откровенное, но соперник продолжает оставаться на ногах. Видите? Мой прогноз уже сбился. Избиение продолжается. Какой апперкот сейчас пропустил. Посмотрел и вспомнил выражение «по пояс крови», когда говорят про боксер. Сейчас как нельзя кстати. Да. Мне кажется, позвать врача. А ведь слева Головкин тоже бьет очень сильно. Наверное, достоит седьмой раунд, а дальше будет смотреть. Ну, а дальше может отказаться. Пару шансов нет, потом пропускает сильные удары очень. Вот все, полотенце выброшено. Все, из угла Рассада выброшено полотенце, бой остановлен. Все правильно. Технический нокаут. Друзья, я вас поздравляю с этой победой Геннадия Головкина. Били Бриску. Тренер Габриэль Рассада выбросил полотенце и правильно сделал. Ladies and gentlemen, here at Madison Square Garden, referee Steve Smoger officially called the hold.